Сотрудники Тверского регионального отделения ГИМС практически ежедневно контролируют рыбаков, которые до последнего не отказывают себе в удовольствии порыбачить. В этот раз представители ведомства проверили берег Волги в Твери. Тему продолжит Наталья Чекет. До наступления весны остается совсем не так много времени. Столбики термометров днем уже показывают плюсовые температуры. А это значит, что лед в акваториях и на реках становится тоньше, и выходить на него опасно. Поэтому сотрудники ГИМС периодически проводят рейды, в котором поучаствовала наша съемочная группа. Вместе с сотрудниками ведомства направляемся в сторону правого берега Волги рядом с Мигаловской набережной. Выходные – это излюбленное место катания детей и взрослых на санках и тюбингах. Однако сотрудники ГИМС отмечают, что сейчас это место таит в себе опасность. Вот здесь уже практически имеются дыры, так называемые, во льду. То есть где-то он может составлять и 15-20 сантиметров, а буквально рядом находится вот такая вот дырка черная. То есть если туда наступить, то человек полностью окажется в воде, и уже выбраться из плыньи достаточно-таки сложно. Поэтому мы просто всем рекомендуем ни в коем случае не рисковать жизнями, и тем более жизнями своих детей. Зимой на Волге любят тренироваться спортсмены, в частности лыжники. И некоторые из них прокладывают лыжню прямо посреди реки. С наступлением тепла такие тренировки могут быть опасны для жизни, так как на левом берегу Волги уже много промоин. Где-то можно стоять на льду, а буквально через 2-3 метра рядом может оказаться полынья. Поэтому ни в коем случае не рекомендуем заниматься спортивными видами на самих водоемах, а использовать для этого специально отведенные места. Главное внимание во время рейда сотрудники ГИМС уделяют рыбакам. Несмотря на то, что Волга уже начинает открываться ото льда, любители зимнего улова продолжают выходить на лед. Я хожу, где глубина не больше метра. То есть даже если где-то подмыло, я провалиться не смогу. В марте еще будете выходить? Ну, если лед будет стоять, то да. А как улов? Сегодня тишина. Сотрудники ГИМС также проверяют толщину льда. Сейчас около берега она составляет около 20 сантиметров. Но спасатели предупреждают, что это не показатель безопасности. Везде разное течение и во многих местах есть промоины. Буквально в метрах 10 можно провалиться, потому что лед буквально будет 5-2-3 сантиметра. Потому что идет теплое течение, и лед становится с каждым днем опаснее. Особенностью весеннего льда является его коварство. Если осенью можно услышать его предупредительный хруст, то весной все может выглядеть надежно. Однако провалиться под лед можно на ровном месте. Левый берег, начиная от вагонного завода, уже вскрылся. Самые опасные места – это где еще остались бывшие переходы. Они немножко подмерзшие, но тем не менее, рядом буквально, если в 2 метрах наступить, то можно провалиться. Ни в коем случае сейчас нельзя переходить Волгу по этим тропам. Сотрудники МЧС просят воздержаться от выхода на лед уже сейчас.